Жители дома номер 10, корпус 1 по улице Солнечной обратились в нашу редакцию с просьбой осветить их проблему. На протяжении нескольких лет им приходится дышать испарениями от постоянно текущей в подвал канализации. Картина, конечно, не для слабонервных. Озеро, состоящее из отходов человеческой жизнедеятельности, полностью затопило подвальное помещение дома. И, понятное дело, коммунальные службы исправлять ситуацию не торопятся. Обратились к вашему телевидению, чтобы вы нам помогли, чтобы на нас обратила внимание администрация города, представитель советского района по ЖЭУ. Это самое ЖЭУ-19, это основное, что мы задыхаемся в канализации. У нас здесь нечистоты в нашем подвале. И не знаем, как с этим бороться, не знаем. Вот я, например, живу на втором этаже, и даже на втором этаже, несмотря на то, что я сделала ремонт, все заделали, все равно, видно через вентиляцию, все равно тянет канализацией. Постоянная вонь канализации. Просто иногда просто дышать невозможно, особенно когда вот там забьется и льется все в подвал. Дома дышать нечем, понимаете, какие испарения. Дом был сдан в эксплуатацию ровно 30 лет назад. За это время, само собой, жильцы о ремонте и не слышали. Пару раз в месяц по просьбе граждан сантехники в подвал заглядывают, пожимают плечами и, устремив взор на свои никак не приспособленные к такой жизненной ситуации ботинки, уходят в освояси. У нас лежаки забиваются. Нам же говорит, что виноваты только мы, жильцы дома. Мы, может быть, с ним и согласны, но надо какое-то принимать решение. Дом тут уже 30 лет, любая труба забьется, любая. За 30 лет трубы уже износились, и все там уже забилось и перезабилось. И даже то, что они ходят там пробивают на день, на два, это толку никакого не будет. Надо все менять. К запаху, уж извините, фекалий присоединились и сопутствующие неприятности – крысы, тараканы, комары невообразимых размеров. С новыми соседями познакомились даже жильцы верхних этажей. Появляются насекомые. Самые обычные подвальные блохи. Вот вы представляете, у нас дети ползают по полу, все искусственные от этих блох. Да, брызгать, чтобы не... И брызгать, и дихлофосами, и уезжаем, сами кидаем дымовые шашки и в подвалы, и в квартиры. То есть это... Невозможно же так жить. Крысы, мыши. У нас вот ребенок боится до ужаса, потому что все прогрызают. Все, это хорошо, у кого есть стяжки на полах. Это, как говорится, спасает. У кого нет, это у нас было постоянно. Вот мы сами, вот у нас крайняя квартира. Мы постоянно, разные мазюки, они прилипались. То есть это наши были постоянные жильцы. И еще, причем месяц ты не заплатишь, уже начинают уведомлять. Как же это так? Вы тут задерживаете. Да, вот вы знаете, если честно, даже не хочется платить. Потому что это кто должен делать? Водоканал, ЖЭУ. За что с нас берутся капитальные какие-то ремонты? Где у нас, вот пройдите в подъезд и посмотрите, где у нас какие капитальные ремонты. И вновь вопрос граждан коммунальным службам повис в воздухе. За что же они деньги платят? Доколе люди будут вынуждены жить по колено в... Ну, вы понимаете, тут, собственно, и добавить нечего.